Отдельно хочу остановиться на следующих проблемах отрасли, совокупность которых усложняет развитие переработки. Во-первых, это недостаточность и дороговизна сырья. Хотя, согласно статистике, сырья в животноводстве достаточно, мы понимаем, что данные не соответствуют реальному положению дел. К примеру, ежегодно по данным официальной статистики производится порядка 6,5 миллионов тонн молока. При этом на 180 предприятиях перерабатывается всего 2,1 миллионов тонн. Парадокс, как при наличии такого объема молока имеется нехватка сырья для переработки. Данный факт объясняется наличием многолетней практики искажения статистических данных как в животноводстве, так и в растениеводстве. В этой связи создана специальная рабочая группа по актуализации статистических данных под председательством заместителя премьер-министра Жумангалина Серик Махашича. Так, в результате проведенной работы комиссии будет списано 2 миллиона голов скота и 3 миллиона тонн молока. В растениеводстве работа продолжается.